Всем здравствуйте, дорогие зрители! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! В общем, что я вам желаю? Здоровья, благополучия, счастья, мира на земле. В общем, у нас сейчас самое главное, девочки, мир, чтобы был мир, чтобы закончилась война. Вот. Так что вам всем желаю. И вы желаете, чтобы все побыстрее закончилось. Так, а я... Не знаю, это видео у меня выйдет 31 числа, а сегодня еще у нас 30-е. У меня на день с опозданием идут видео. Холодец вы посмотрели, холодец классный получился, все. Мы только что ходили с Софиком в магазин, немножко там маме подскупилась и этот... И купила, знаете, что я в этом году поленилась, не приготовила торт. Зашли в Лучано. Говорю, давай, София, купим торт-мороженое. Был киевский торт и какой-то пинчер, да? Я не помню. София не захотела. А тортиков завезли. Не знаю, там что-то. Я вам сейчас чуть-чуть кусочек вставлю. Это я так, на витрине. А сзади меня там в коробках очень много. И стоит торт «Красный бархат». Никогда в Лучано не видела у нас такой торт. Ну, в общем, мы купили. Был один маленький, а мы взяли чуть побольше. Килограмм, наверное, да? Или кило с чем-то она говорила. Да, а сколько он стоил? 400... Почти 500 гривен. Почти 500 гривен, девочки. Конечно, могла бы сама спечь. Сейчас вам покажу. Ну, давай. Боже, сколько тортиков навезли. А куда же я его делала? Вот он. Вот он, девчонки, вот такой тортик. Надеюсь, будет вкусным. Такой вот красный бархат. Ну, на Новый год попробуем. Хотя надо было... Мне и краска была, надо было купить все и приготовить. Ну, не знаю, я вчера с холодцом до 12 ночи намучилась, я там устала. И что-то ничего мне уже не хочется. Сегодня хочу уборкой позаниматься. Купили круассаны, они пахнут сырными чипсами. Вот просто запах Лейс сырных. Да не пахнут они чипсами. Мам, вот я тебе это дам понюхать. Вот запомни, пожалуйста, этот запах. Ну, сырные чипсы Лейс, вот просто один в один. Ну, мне пахнут вот эти чипсы, которые вот длинненькие, вот так. А я купила булочку, мы в Петрикевке были, такую вот с маком, плетеночку, в общем. Так мне захотелось, сейчас с кофейком. А где наш холодец? Холодец в холодильнике, София. Подожди, давай торт уберем. Убери тортик наверх, только не переверни. Ладно, я сама уберу. Так, торт убираем. Еду ничего не готовим, девочки. Холодец. Вот холодец. Я не показала в видео зельц, какой получился. Ну, сейчас я вам тут покажу. Сальтисон. А, сальтисон. А я на него зельц говорю. Я с мамой напополам поделюсь. Сейчас вам покажу. Вот эти вот шкурочки. Ну, вы видели. Я все добавляю сюда. Вот так. Его хорошо вот так придавливаю. И в холодильнике. Потом его можно достать и нарезать. Он очень вкусно пахнет. Он такой, видите, и с жирочком, и чесночком это пахнет. Папа такой любит, да, и бабушке дам. Потому что маме позвонила. Я говорю, мама, холодец сварила, все нормально. Она говорит, ой, забыла тебе сказать, чтоб ты что-то жиринки ничего не выбрасывала, а нам в судочки добавила. Я говорю, мама, я сделала вот такую вещь, говорю, ничего не выбросила. Я говорю, не переживай. Я говорю, поделим напополам. Она, ой, ну тогда хорошо. Ну тогда хорошо. Ой. Так, вы там тоже, наверное, все готовитесь. На улице людей столько много, в магазинах очереди, все покупают, все хотят накрыть себе праздничный стол. Вкусненькое приготовить, людей очень много на улице. На почте-то вообще. А, мне еще на почту, мы вообще пошли на почту. Мне там Аня прислала посылку и подружка прислала посылку. Но там очереди, надо было долго стоять, а Софии сейчас надо уезжать. И, в общем, я говорю, София, я пойду вечером. Часов в 5, и тогда уже людей мало будет.
Там всегда по вечеру мало людей. Угу. Будем холодец есть, да? Я сейчас тоже вилочку возьму. У нас утро начинается с холодца. Мне кажется, всегда перед Новым годом утром так начинается. Или после Нового года. Так. Вот такой, ребяточки, холодец, гарненький. Ну, хотелось бы, конечно, я люблю, когда жишки, юшечки больше налито. Ну, мясо, вы видели, было очень много мяса. Я кладу жижу. Жижу, хороший холодец. А что ты себе там близко подвинула? Подвигай. Он прилип. В общем, три вида мяса, очень вкусно, говядина, петушок. И свининка. Мы с Софией едим и смеемся, как мы вчера хотели морковкой украсить холодец. Морковка ж, которая варилась, осталась, жалко было выбросить. Мике я такую не даю, потому что она, ну, напитанная жиром, ей такую нельзя. Ой, София, дай я. В общем, мы в интернете посмотрели. Но они там вырезали твердую морковку, да? Они твердую, да. Мама, она ко мне хочет. Она хочет, я знаю, что она хочет холодца, но я ей такой не даю. Мики. Она пристает ко мне, ей пахнет вкусненько. В общем, резали, покромсали ее всю. И у нас ничего не получается, да? Ой, да, она распадается вся. Ни цветочков, ничего. А я хочу сейчас волосы покрасить. У меня сегодня столько дел. Ну, это хорошо, что они есть, ребята. А, нам сейчас не убирать, мам. Я знаю. И убирать. А я сейчас на танцы иду. Я сейчас поем, покрашу волосы. И начну убирать. Холодца невозможно оторваться. Мама, я люблю. Очень вкусный получился. А я ж этот желатин девочке покупала на всякий случай. Думаю, а вдруг? Ну потом думаю, ну рулька. Ну не дрожи. Она сама ей гладила, она меня запанула, мама. Не дразни. Думаю, руль, две рульки, домашний петушок. Думаю, ну по-любому застынет. Вчера многие варили холодец. Мики, а ну прекрати. Я вообще ничего не делаю. Цапает Софию. Ты посмотри, деловая какая колбаса. Место. Иди, полежи. Вкусненько. Да хитрая теперь подлиза такая. Ой, зашли в магазин. Стоят такие куколки. Платьях красивые. И платье украшено это из конфет. Конфетами. Так красиво. 700 гривен. Ну, мы решили, не надо. Нам никакие куколки. Я их еще покрасила. Ну, красиво. Ну, красиво. И в форме сумочек были конфетки. Цена тоже красивая. Угу. Ну, ребятки, буду с вами прощаться. Видео у меня маленькое такое. На душе очень, вообще эти два дня, мы тут все в стрессе ходили, да все уходили, все ходили, вся Украина, девочки, ходила. Кто там указывает в комментариях, что не то видео не в тему, не актуальное, смотрите за собой актуальными. Сейчас скажут, есть снова, вы же Святым Духом питаетесь, мне вас... Жаль, что у вас нет такого вкусного холодца. Это для хейтеров. Ладно. Все, всех с наступающим еще раз. Встретимся с вами в следующем году. Все, пока.